Друзья, всем привет. Сейчас я нахожусь на выставке Мосбилд. Подошел к стенду ВИЛП Владимир Валыгин. Наконец-то у нас есть хорошая возможность рассказать о том, что такое тихая кухня. Да, Владимир? Нормальный стенд. Добрый день, дорогие друзья. Тихая кухня отличается от классической кухонной вытяжки тем, что двигатель у нас стоит на крыше. И кухонная вытяжка у нас, соответственно, без двигателя. И когда она работает, мы с вами можем спокойно разговаривать и не слышать гул двигателя. Но если вы подведете камеру подвиже, поближе, да, на жироулавливающий фильтр. Микрофон там, но мы подведем камеру. Вы услышите звук воздуха, да, на фильтре. Прям трогаешь его, чувствуется прямо отсюда. Ну, двигатель подбирается по расходу, то есть, соответственно, по типу кухонной вытяжки, по желанию там заказчика, кто-то там бывает, соответственно, часто готовит и ставит себе более мощные двигатели. Они, конечно, могут работать пошумнее. Но принцип, соответственно, то, что у нас сам двигатель, сам агрегат стоит на кровле, и за счет этого мы достигаем более тихую работу во время приготовления еды. Вытяжек, надеюсь, не одна, не только такая, да? Бывают разные варианты вытяжек. Нет, они разные по дизайну, разные, да, по... Есть встраиваемые, есть островные, есть стеновые. Соответственно, это можно подобрать. Ну и, как говорится, вот мы обсуждали варианты эконом. Это когда можно поставить на крышу наш вентилятор, вывести регулятор скорости, допустим, на фартух, поставить там дешевую кухонную вытяжку, вытряхнуть оттуда кухонный двигатель. И, соответственно, регулировка только у вас будет с помощью регулятора скорости. Ну, получится такое эконом-решение тихой кухни. Да, на самом деле нормальное решение, только вот такое вот, чтобы не надо было ничего колхозить. Ну, скажем, это полноценное решение. И удобно управлять, соответственно, кнопочками, красиво. Ну, каждый по своему бюджету, соответственно, подберет себе решение. Значит, если подвести итог, то вентилятор находится на крыше, в этой кухонной вытяжке никакого вентилятора нету, за счет этого нету шума, да, никакого? Совершенно верно. Но скоро Павел на своем объекте покажет, как это работает. Да, у меня, кстати, такая же кухонная, ну, она чуть-чуть другая, но смысл такой. По дизайну другая, но смысл такой же. Такая же кухонная вытяжка и у моей мамы тоже стоит, все работает, все нормально, всех все устраивает. Ладно, Владимир, спасибо. На здоровье. Будем дальше развивать эту тему. Да, обязательно.